увидишь это первым на MTV. Спонсор программы Panasonic. Гран-туризмо продолжается. Наша цель – Алматы. И снова в путь отправляются Антон и Шелест. На этот раз к ним присоединилась Яна. Большое приключение с хорошими людьми. Гран-туризмо на MTV. О, привет! Совсем скоро мы уже узнаем, кто выиграет рюкзак для выживания MTV в конкурсе «Склеротика Gorillaz» для фаната Мамба. Доброй ночи, фанат Мамба и Мосик. Мосик? Мосик? Good morning. Что у нас происходит тут интересного? Вот, посмотрите. Людка, можно показать, пожалуйста, это вот в прямом эфире? Вот, пожалуйста, Алекс пишет. Все понятно. Что еще? Кстати, Света, ты с нами сейчас, да? Света? Да. Светочка, доброй ночи. Ты откуда? Из Питера. Что в Питере происходит хорошего, как говорят специально обученные виджеи? Холодно. Холодно? Да. Ты вообще вот поддерживаешь все, что здесь происходит, или тебе абсолютно наплевать? Наплевать. Да, давай вместе, смотри, сейчас подожди, может, я в тебе разбужу эту эмоцию, да? Тебе сколько лет? 15. А? 15? Да. Значит, ты, наверное, уже взрослый, я даже не знаю. Я в 15 лет уже много чего делал. Вася, это несовершеннолетняя девушка. Стоп, стоп, остановись. Не слушай ты эту тетю. Василий молодца, пишет Влада Антон. Я не знаю, что такое. Разбудил. А ты подумал, что в Москве после часу ночи, это во Владивостоке после 7 утра, там же дети в школу пойдут со словом «анонист». Света, отлично! Ты знаешь такое слово? Свет? Знаю. У тебя есть ко мне вопросы? Вы сегодня задаете мне вопросы. Ну, есть. Давай. Вот, тебе нравится Eminem? Eminem? Да. Да, отдельные композиции, как говорят радиоведущие, я очень уважаю, да. Следующий вопрос. Когда лето наступит? Когда лето наступит? Да. У меня оно уже наступило. Никогда. Оно у меня наступило где-то примерно 5 января. А у меня к тебе есть вопрос. Вот смотри, видишь, нам Денис прислал на e-mail. Смотри. Может, ты знаешь, может, поможешь мне, видишь? Вася, анонист — это он или она? Свет, ты как считаешь? Без разницы. Без разницы? Да. Ну, понятно. Ладно, ладно, вот это самое. Сейчас еще 3 секунды. Сейчас. Вот. Свет, может, тебе это понравится? Посмотри, нет? Нет? Спасибо, Ромео. Ладно, Свет, что хочешь слушать, а? Дайдо. Дайдо? А да. Дайдо тебе нравится или просто так? Ну, просто так она с именем пела, просто а там именем и не было. Все правильно. Светочка! Муа! 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 До свидания! Дайду для себя на MTV. Дайдо на MTV. Какая красивая песня, какая ночная песня, а? Доброй ночи, если только что настроились, это Василий Стрельников, а это Пенис Холдер. Вы знаете, кто его выиграл? Его выиграл Федор Козлов. Доброй ночи, Федор Козлов. Федор Козлов, Пенис Холдер, CD Холдер и, естественно, рюкзак MTV, не говоря уже о ручках MTV. Теперь все ваше, потому что вы правильно отгадали. Членов, если так можно выразиться в этот поздний час, членов нашей склеротики, нашей видеонарезки. А именно, кто у нас был? Или мы сперва покажем? Нет, мы сразу уйдем в ответ. Покажем, да? Не покажем. Хорошо, сказала Наташа мне в левое ухо. Сперва вы, может быть, заметили, выступал Terror Vision с Текилой. На втором месте Scorpions to be number one. Scatman John, Scatman's World, Julio, который сказал Тане, I love you. Сидя здесь в студии, Julio Iglesias, Gozar la vida и Ленинград, когда нет денег. Федор Козлов, я вас поздравляю, вы теперь... Тебе вопрос на пейджер пришел. Вася, почему вам звонят одни идиоты? На этот вопрос и на многие другие вы получите ответ в программе «Бодрое утро», которая снова вернется 2 апреля на MTV. А... Уходим в рекламу сейчас, но когда мы вернемся специально для SMS at OEOEFI. Hi there, please play номер 4, Duran Duran, Алексей Бекин, stand by. Для вас Duran Duran через пару минут, это тихий час.
самое интересное за неделю в программе «Ньюсблок Уикли» в эти выходные. «Скорпионс» в России. Первыми должны были стать мы, а не «Металлика», утверждают немцы. Посол доброй воли Киркоров путешествует по свету. Стинг в преддверии своего визита в Москву дает интервью MTV Россия. Hello, I'm Sting, and you're watching MTV Russia. Дайдо отлично справляется и без Эминема. А также Лёва и Шура Би-2 оценивают новые компакт-диски. И кое-что еще. Привет, мы Скорпионс! Вы смотрите ньюсблог MTV Russia. В пятницу в 1:30 ночи, в субботу в полдень и в воскресенье в 8 вечера. Только в ближайший уикенд в спецвыпуске программы «12 злобных зрителей» все встанет с ног на голову. Яна Чурикова будет сидеть дома, смотреть телевизор и исполнять обязанности простого зрителя. Обыкновенный злобный зритель, нарцисс Пьер, будет исполнять обязанности ИО ведущей программы Яны Чуриковой. Ну а в качестве злобников выступают 12 злобных артистов. 12 артистов, которые пострадали от 12 злобных зрителей. Не пропустите наш спецвыпуск «12 пострадавших». По-камерунски. Слушайте, а что, вроде ничего было, а? Мне понравилось. Надеюсь, вам тоже понравилось. И вы с нами встретитесь в эфире в следующий четверг в 0:30. Это «Тихий час». Василий Стрельников от имени всей команды и также Николаева Кирилла благодарит вас и желает вам спокойной ночи. Будьте здоровы. До свидания.